spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Финская компания Vision широко известна благодаря своей продукции для любителей нахлыста. Одним из направлений является производство одежды для забродной ловли, в том числе вейдерсов. Такая экипировка позволит вам комфортно находиться в воде длительное время. Сегодня в нашем обзоре представлена модель Hopper, которую мы и рассмотрим поближе. Вейдерсы изготавливаются из 4-слойного материала. В него включены внешний слой, дышащая мембрана F3 и подкладка. В результате забродники обладают мягкостью и высокой эластичностью, а что самое главное, водонепроницаемостью. Кроме этого, они имеют совсем небольшой вес, менее 1 кг. Для достижения большей прочности и с целью предотвратить попадание воды внутрь костюма применяется дополнительное ламинирование внутренних швов. Чтобы повесить вейдерсы для просушки после использования, предусмотрены две матерчатые петли по бокам. В верхней части расположены эластичные подтяжки, которые регулируются по длине. Спереди они застегиваются с помощью оригинальных замков от компании UKK. Для их открытия необходимо нажать на центральную кнопку красного цвета с надписью «Push». Под каждым фастексом мы видим D-образный крепеж для подвешивания инструментов или аксессуаров на карабине или ретривере. Пояс можно утянуть эластичным ремнем с регулировкой по ширине и замком фастекс. Ремень крепится в поясной шлевке, расположенной сзади. Как и у большинства забродных полукомбинезонов, у Hopper предусмотрены несколько карманов. С внешней стороны находится объемное отделение под водонепроницаемой молнией UKK Aqua Guard. Собачка замка оборудована удобной ухваткой. Сюда можно сложить небольшую коробку с приманками или Flybox. А для различной мелочевки предусмотрены 3 различные по ширине секции. С внутренней стороны расположен еще один кармашек, но уже с простой молнией. Здесь могут поместиться мобильный телефон, документы или ключи. Штанина имеет сложный крой. Неопреновые носки скроены под правую и левую ноги. Выше есть вшитая эластичная манжета и крючок для фиксации на забродных ботинках. Также в комплекте имеется набор для быстрого ремонта изделия. В него вошли специальный клей, заплатка и материал для проклейки швов. Прилагается инструкция на английском языке. А также есть сетчатый мешок с тканевым дном. Сверху имеется веревочная утяжка с пластиковым кнопочным фиксатором. Здесь вы можете хранить свои вейдерсы Vision Hopper. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.